Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свое новое видео, и это распаковка подарков на Новый год 2024. Все мои подарки лежат на заднем фоне, я их буду потихоньку доставать и показывать вам. Перед началом этого видео ставь большие пальчики вверх, подписывайся на мой YouTube-канал, если ты еще не подписан, и также не забывай про мой Telegram-канал, ссылочку на который ты найдешь внизу в описании. Первый подарок, который вам хочу показать, это будет подарок от моей мамы. Он стоит вот тут вот. Он очень-очень тяжелый. И тут дофига всего. Сейчас я вам буду потихоньку все показывать. Первое я покажу конфеты. Вот такая вот шоколадочка. Skittles, Twix, Bounty, Snickers, Милка моя любимая с фундуком. Еще Аленка, Ментос с виноградом и Меллер. А еще вот такая вот шоколадка. Альпин Гольд. Далее идет вот такой вот лонгслив в полосочку. Сам по себе он черный, в белую полоску. Знаете, я догадывалась, что мама мне подарит его, потому что она мне скинула ссылку на этот лонгслив и спросила меня, буду ли я его носить. Вот. Ну, так-то он очень хорошенький, такой прикольный. Следующее это идет вот такой вот набор масочек от 7 Days. Тут получается 7 масок на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Вот все эти масочки. К этим маскам мама сказала, что вот такой вот гель для рук от 7 Days. Вот такие вот духи, они очень вкусно пахнут, я их покупала в лагерь, они мне очень понравились. Вот, спасибо маме. Тут еще есть дезодорант, потому что у меня закончился. Что еще? А, дальше в этой коробочке лежит пудра. Я маму просила ее купить. Сейчас быстренько покажу, какую. Такая вот пудра от Essence. Я с вами ее уже распаковывала весной где-то. Ну, в общем, у меня ссылка на нее где-то есть все равно. Далее идут вот такие вот спонжики, потому что мой спонжик уже не знаю в каком состоянии. Вот, спасибо маме за спонжики. А, дальше идет вот такой вот крем. Я с мамой его выбирала вместе в Литуале. Вот, и ждала до Нового года, чтобы его распаковать, потому что мой крем уже закончился, я пользуюсь каким-то там другим. Надо его открыть и уже пользоваться им. Дальше идет три последних продукта. Это моя любимая тушь от Luxe Visage. Вот такой вот консилер от Divage. И гель для бровей тоже от Divage. Дальше покажу подарок от моего папы. Это тут вот такие вот две коробочки. Сейчас мы их с вами распакуем. Еще был подарок для меня и моего брата, типа один. Это вот такая вот настольная игра. Открываем папин подарок. Это идет вот такая вот корзиночка для туалетного столика. Папа сказал, что у меня не было разбросанной косметики на столе. Вот, вот такая вот, очень миленькая, ручная работа. Ее поставлю на стол, будет очень красиво. А в этой коробочке корзиночка уже побольше. Вот такая вот. Блин. Я думаю, эту корзиночку можно будет поставить внутрь туалетного столика, потому что она будет занимать много места. А, кстати, внутри этой корзиночки были еще вот такие вот резиночки. Маленькие. Спасибо большое папе за такой подарок. До экзаменов осталось совсем немного времени, а уровень волнения стал еще больше. Вместе с Homeschool вы можете подготовиться к ЕГЭ и УГЭ с любого уровня знаний на высокие баллы. Онлайн занятия с опытными преподавателями. Домашние задания каждому занятию с проверкой и работой над ошибками. Выбор уровня программы по текущий уровень знаний и цель по баллам. А все обучение проходит на удобной платформе, где уже собраны необходимые материалы для подготовки, рабочие тетради, конспекты, полезные шпаргалки. Дальше идет подарок от моего старшего брата. Он мне подарил такую коробку конфет от M&M's и также денежку. Денежка лежала там внутри. Я уже открывала эту коробку, потому что уже подъела там некоторые конфетки. Конфеты я не буду показывать, покажу просто, что тут внутри. Есть такая штучка. Тут есть наклеечки. И что-то еще. Или все. Ну ладно, в общем, вот что тут еще лежит. Это наклейки. Следующий подарок идет от Вадима. Вадим — это мой парень.
вот в таком красивом пакетике. Я его уже распаковывала во влоге. Если ты не смотрел этот влог, ссылочку найдешь ты внизу в описании. Помимо этого подарка, Вадим мне продлил подписку на Telegram Premium. Спасибо ему большое за это. Первое, что я покажу, это будет вот такой вот пакетик. С Новым годом. Тут лежит футболка. Если честно, я была очень рада этой футболке, потому что именно такая футболка у меня лежала на Валберсе в корзине, и я ее уже хотела заказать, но не заказала. Вот. Размер S. Она мне немножечко большая, но ничего страшного. Далее идет вот такая вот коробочка. Катя всегда права. Это кружка. Кто смотрел влог, уже знает, что это кружка. Открываем. Все, теперь буду пить из этой кружки теперь. Вот, она такая миленькая. Вадим, спасибо тебе большое за такой подарок. Мне все понравилось. Я совсем забыла про подарок от моей бабушки. Бабушка подарила мне денежку и также вот такой вот сертификат Магнит Косметик. Далее идет подарок от моей подруги Даши Седовой. Спасибо большое ей за такой подарок. Мы с девочками делали виш-листы, чтобы нам подарили что-то из того, что мы хотим. Тут две вещи, которые я хотела, и несколько вещей, которые Даша выбрала сама. Первый идет это вот такой вот топик. Сейчас его покажу. Этот топ я уже мерила, и он мне подошел. Топ в стиле удвока. Он, кстати, на ощупь такой приятный. И он на мне хорошо сидит. Дальше идут вот такие вот сережки. Сейчас вам покажу. Вот. Тут как-то все отсвечивают. А нет, все окей. Бабочки. Такие вот висюшки. Тут тоже бабочки. Колечки. Вот. Буду их носить. Далее идет вот такая вот коробочка. Тут у нас маска для губ. Сейчас открою, покажу вам. Очень миленькая упаковка. И пахнет очень вкусно, я уже нюхала. О да, сыпа. Тут есть лопаточка в наборе. Она очень маленькая, вот. Еще в этом подарке лежат вот такие вот резиночки. Коричневого цвета и вот такого вот. Это не бежевый даже. Золотистого даже какого-то такого. Вот, тоже буду их носить. Надеюсь, они удобненькие. Еще в подарке лежали вот такие вот две масочки. Следующий подарок идет от девушки моего брата и, возможно, еще ее мамы. Это я не уточняла. Это идет вот такой вот косметический бокс. Сейчас я вам покажу, что там находится. Первое, что тут есть, это вот такая вот повязочка. О май гад! Это уже будет в моей коллекции четвертая такая повязка. Спасибо. Вот такой вот скраб с авокадо. Вот. Можно его понюхать, я думаю, если он не открыт. Он очень вкусненько пахнет. Идет вот такая вот коробочка. Я так понимаю, что тут масло для кутикулы. Я не смотрела. Потому что такие коробочки есть у моей мамы. Она делает ногти там. Да, это масло для кутикулы. Мне оно пригодится. Оно с персиком. Дальше, как я понимаю, это вот такая вот пенка. Тоже с авокадо. Тут еще с насадочкой такой, типа, чтобы можно было вот так вот делать, да. Я потом разберусь, как она открывается, просто я сейчас, возможно, что-то сломаю. Вот, не буду рисковать. Крем тоже с авокадо. Дальше вот такое вот масло для губ с авокадо, или это не масло, просто бальзам. Вот, такое вот. Идет маска для губ. Маска для губ. Еще раз маска для губ. Ага. Патчи для глаз, вот, и еще вот такие вот патчи. Вот что это такое, я вот это не знаю, кстати, что это такое. Тут написано какая-то маска, вот, подскажите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Я просто не понимаю. И последнее, что тут лежит, это идут вот такие вот маски, тоже с авокадо. Вот такие вот две одинаковых и такие две одинаковых. Аня, спасибо тебе большое за этот бокс. Дальше подарок от моей тети, тети Али. Тут идет у нас крем для лица, маска для лица и скраб для лица. У меня такой набор уже был, она мне его дарила на день рождения. Крем у меня закончился, а маску для лица и скраб для лица у меня мама выкинула. Подумала, что я ими не пользуюсь, а я ими пользовалась. Ладно, ну спасибо, теперь будет еще
что? Блин, я порвала. Ладно, сейчас бы... Короче, извините, пожалуйста. Вот такой вот крем. Тут теперь дно белое, было черное. А, нет, вот тут вот черное дно. Ладно. Вот такие вот тюбики. Тюбики. Подарки уже подходят к концу, осталось совсем немножко. Подарок со школы. Это вот такой вот набор конфет. Если честно, тут конфеты не очень вкусные. Ну ладно, пусть будут. Последний подарок, который я здесь покажу, это будет вот такой вот мешочек. Это подарок от работы, на которой работает мама, так скажу. Один подарок из этого мешка я доставала во влоге, вы должны были видеть, если смотрели его. Такой вот большой мешочек. Сейчас вам покажу, что же тут лежит. Это вот такой вот динозавр. Хотя год дракона, я не знаю, почему тут динозавр вообще. Подумали, что это дракон. Вот. У моего брата такой же дракон, только зеленого цвета. Зеленого цвета он немножко покрасивее, но это тоже ничего такой. Ну, такой красивенький, знаете. А тут идут конфеты. Сейчас я вам покажу, что тут было. Если честно, в этом году конфеты намного лучше, чем в прошлом. Вот такие вот, что это? Зефирки. Бэйби Фоксик. Чокопай, вот такие вот мармеладочки, чокобой, еще бэйби фокс, что это, карамель шипучая ассорти со вкусом. Все, ребят, закончились мои подарки. Надеюсь, тебе видео такое понравилось, ты поддержишь меня большим пальчиком вверх и подпишешься на мой YouTube канал. Хочу еще раз всех поздравить с 2024 годом, успехов вам в этом году и всего самого наилучшего. Ну а я буду заканчивать это видео, всем пока-пока.